Привет, просветители! В этом видео мы обсудим новые приключения нового же учебника по истории. Кто-нибудь сомневался, что этот кусок текста еще напомнит о себе? Наш ответ Сим с традиционными ценностями Блэк Джек, демостроем и многодетностью, растущий как на растишке патриотизм российской молодежи, по данным Росмолодежи. Это важно отметить. И куда же без них родимых? Очередная пара. Депутат и новый урок в школе. Пока Мизулина-младшая радостно сообщает своей телеге о новом школьном флешмобе, семиклассники соединяют два учебника русского языка, чтобы получилась буква Z. Мы-то с вами отлично знаем, что настоящий флешмоб начался не в этом сентябре, и организовали его совсем не школьники. Акция «Придумай новый урок» Чтоб подросткам жизнь медом не казалось. Стартовала в Государственной Думе весной. И заканчиваться этот полет фантазии в ближайшее время явно не планирует. Ведь еще столько депутатов не предложили свои уроки. А отставать от коллег уже как-то даже стыдно. На прошлой неделе пришла очередь «Справедливой России» и Сергея Миронова. Проходите, располагайтесь, мы вас ждали. Нет. С 2022 года в школах проводятся занятия разговора о важном. Но предлагаем сделать еще и важные дела. Почему бы школьникам не научиться вязать маскировочные сети? Почему бы не начать делать окопные свечи и многие другие полезные вещи для наших воинов СВО, заявил Миронов. Отличное предложение, тут даже спорить не буду. Правда слегка, ну вот буквально совсем чуть-чуть, дискредитации попахивает. Ну потому что нам заявляют, что самая оснащенная армия, все есть, никаких проблем. А тут хопа, Сергей Миронов, а давайте-ка дети у нас... Свечки готовить будут, но ну, это так. И вообще это стоит вырезать из ролика. Где еще вязать маскировочные сети и делать окопные свечи, как не в школе? Лучше места не придумаешь. Но раз мы идеями обмениваемся, как сказала бы Танюша Будская, у нас тут мозговой штурм. Можно? Я тоже предложу. Но для разнообразия не школьникам и учителям что-то делать. Их коробочка уже давным-давно полным-полна. А депутатам? Как там Миронов заявил? Почему бы школьникам не научиться? У меня встречное предложение. А почему бы депутатам не научиться? А сидят на очередном заседании, слушают очередную сказку очередного министра, а сами в это время полезным делом занимаются. Отличное предложение. Правда? Или это только школьники могут быть бесплатной рабочей силой? Господа, ну покажите пример, что там предлагала Яна Ландратова каждый понедельник всем школьникам страны перед уроками добрыми делами заниматься. Предложили? Продемонстрируйте. Перед работой, стройными рядами, все депутаты отправляются бабушек через дорогу переводить. Или у депутатов есть какие-то более важные дела по утрам? Обратите внимание, в нерабочее время, ну так чисто по доброте душевной. А давайте школьники и студенты вот это будут делать. А может быть они еще и вот здесь помогут? А давайте, блин, без давайте. Или может быть себя начнете? Давайте! Вообще, конечно, хочется посочувствовать. И школьникам, и родителям, и учителям. И вот сейчас это уже не сарказм. Еще в 2021 году даже мысли не могло возникнуть, что дошкольники на занятиях будут мину лепесток искать. Привет, Белгород. А школьникам на полном серьезе будут предлагать окопные свечи делать. Школьные годы чудесные, с окопной свечкой и песнями. Не совсем в ритм попал. Но зато в самое сердечко угодил. Вообще, конечно, с этим обилием в неурочных, но очень обязательных и очень патриотичных занятий можно смело целый день выделять. Ну а что? Зачем по неделе размазывать? Разговоры о важном. Россия мои горизонты. Военная подготовка. Беспилотники вот на этой неделе предложили изучать. Семьеведение уже в дверь стучится. Изготовление сетей, свечей. Не, ну серьезно, вот скажите, ну куда здесь можно математику впихнуть? И нужна ли она? Это математика. У нас теперь предметы делятся на важные и неважные. Так было всегда, скажете вы. Только вот физика, химия и алгебра теперь в неважных, отвечу вам я. Сейчас у нас важные разговоры, важные дела, поговорили, что-нибудь руками сделали, и можно смело домой отправляться. Как раз к передаче Славьева успеваем. А к экзамену можно и с репетитором готовиться. Пока проплаченные бузатеры вечно возмущаются, российская молодежь всем довольна. Купается в патриотическом контенте. За два года доля молодежи, испытывающей гордость за нашу страну, увеличилась вдвое и сегодня составляет 91% против 46% в 2020 году, рассказала в Думе руководитель Росмолодежи. Что ж, если эти цифры взяты не с потолка, в чем мы не сомневаемся, да, я специально так сказал, то, наверное, разговор о важном Работают. Ура! Я вот в своем телеграме тоже голосование провел. Кстати, можете проголосовать, ссылка в описании. Ну и получил результаты практически такие же. Только наоборот. Плановые показатели по охвату молодежной аудитории патриотическим контентом оказались выполнены и перевыполнены. А вот эти слова, наверное, каждый школьник страны готов подтвердить. Вот уж точно перевыполнение всех планов на лицо. Еще раз, ура! Только некоторые депутаты даже после этого отчета все равно недовольными остались. Вот приняли закон о запрете на пропаганду ЛГБТ. А как теперь сделать так, чтобы это было не модно? Чтобы вся эта гомосятина осуждалась в молодежной среде? Спросил у главы ведомства депутата ЛДПР Сергей Леонов. Кто о чем, а депутаты снова о радуге. Несмотря на то, что планы по охвату молодежи патриотическим контентом выполнены и перевыполнены. Останавливаться на этом, естественно, никто не планирует. Ура, 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 ура. Последний раз был лишним. Группа депутатов Госдумы предложила вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Чернышенко создать отечественный аналог видеоигры The Sims. Лично Чернышенко должен создать? Соответствующий традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Не, ну так-то давно пора. Я, конечно, считаю, что игра о противостоянии русов и ящеров все же была бы гораздо интереснее. Но с чего-то же нужно начинать. Да, я знаю, что такая игра уже есть. Но я-то имею в виду что-то масштабное, с господдержкой, рекламой. М -м -м. Вообще, конечно, умиляет, как в очередной раз о традиционных ценностях говорят женщины-депутаты, не домохозяйки, которые в 30 с гаком лет все еще не многодетные мамы. И теперь важное уточнение. Мне абсолютно все равно, кто и как устраивает свою личную жизнь. До тех пор, пока речь идет о двух взрослых людях. Но я и не размахиваю как красным флагом словосочетаниями традиционные ценности и многодетная семья. Вот в чем моя мысль. Просто опять как-то лицемерненько получается. А так, делайте что хотите. Школьники должны понять, что многодетная семья это счастье. Каждый должен стремиться к семье которой минимум три ребенка. Минимум. Сколько у вас детей? Без комментариев. С другой стороны, может они все так переживают, потому что боятся, что новое поколение будет на них похоже. Вот выросла бы условная Лантратова на игре с традиционными ценностями. И сейчас бы не в Госдуме сидела, а борщи варила. Так-то полезная инициатива. Депутаты подчеркнули, что The Sims 4 привлекла более 70 миллионов игроков по всему миру, в том числе и в России. При этом в игре активно пропагандируется ЛГБТ, иные формы поведения, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям, заявили чиновники. По их словам, The Sims 4 привлекает множество подростков, даже несмотря на формальный возрастной рейтинг 18+. Интересно, а вот эти вот сердобольные депутаты уже высказались по поводу известного видео с избиением, которая противоречит законам Российской Федерации. Или мы только традиционные ценности защищаем. Просто уточняю. Представляется, что в сложившейся ситуации наилучшим выходом будет разработка отечественной видеоигры в жанре симулятор жизни, соответствующей российским традиционным духовно-нравственным ценностям и включающей в себя образовательную компоненту, которая поможет получить российским подросткам знания, необходимые в реальной жизни. Что это за образовательная компонента? Спросите вы. Сейчас расскажу. Отвечу я. Ну, когда в школе остались только важные разговоры и дела, за образование должны взяться игры. Построить здоровые семейные отношения и воспитать детей. Выбрать востребованную профессию и обучиться необходимым навыкам. Правильно вести себя в российском социуме. Критически мыслить и соблюдать информационную гигиену. Быть финансово грамотным. Осталось буквально парочка вопросов. Можно ли будет читать домострой прямо в игре? Без домостроя, как вы понимаете, это не дело. Уж если традиционные ценности, так традиционные. И будет ли возможность у мужского персонажа уйти за хлебом? Ну что, все как в жизни. Просто традиции в голове депутатов и реальность ⁇ это совершенно разные вещи. Мама, бабушка и сын. А папа от элементов скрывается. И вот это вот трио пытается их из него выбить. Не, а так-то интересно получается. Я бы сыграл. Законотворцы считают, что российская версия Sims может оказаться коммерчески успешной. И тут я даже не сомневаюсь, чье финансовое положение она 100% улучшит. Это же очередная возможность пустить деньги правильное традиционное русло. Но я все еще голосую за русов и ящеров. Ну и раз мы заговорили о финансах, то самое время вспомнить об учебнике истории Мединского. У меня на канале, если что, есть отдельный ролик про этот шедевр. Я с этим видео даже на НТВ засветился. Новый, единый учебник, больше никаких переписываний истории. Ну вот только авторы перепишут и все, после этого уже не надо. Это как с игрой в молчанку. Вот я сейчас скажу, а потом все. Потом нельзя. Но я еще не договорил. Поэтому мне пока можно. Учителя, родители, ученики от книги в полном восторге. Утверждало Министерство просвещения. Недовольны только проплаченные Западом бузатеры. В общем, все как всегда. А потом появилась вот эта новость. В Чеченской Республике изъяли весь тираж обновленного учебника по истории России для 10 11 классов. Об этом сообщил спикер Республиканского парламента Магомед Даудов. По его словам, обновленный учебник истории России 10 11 классов вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных в СССР народов. В новых учебниках истории отсутствует какая-либо информация о репрессированных народах. Отмечу, что весь тираж учебника, о котором я говорю, в нашей республике по поручению Рамазана Ахматовича изъяты школ. Благо, в нашей стране непозволительно оскорблять народы. Тем более народы, чьи представители представители внесли неоценимый вклад в укрепление государственности и защиту интересов Родины, написал Магомед Даудов. Написал, а потом удалил. Но, тем не менее, именно дальше началось все самое интересное. Мякотка. Господин Мединский заявил, что конкретно эту главу, которая вызвала возмущение, авторы просто переписали из старого учебника. Но Мединский готов ее отредактировать. Внимание! На каждом углу кричали про первый единый учебник, который должен быть в каждой школе страны. И вот после того, как этот огромный тираж напечатали, автор шедевра заявляет, что не против его еще разок переписать. А вот с этими что делать? Просто выбросить? Ничего, новые напечатаем. Это же максимально дешево всю страну учебниками обеспечить. Еще раз. А когда кто-нибудь еще пожалуется... Опять переписывать будем. Галя, у нас отмена! Безумно радует серьезный научный подход господина Мединского. Наверное, внимательно каждую строчку проверяли. А получается нет. Или еще лучше, авторы все проверили. Авторов все устраивало. А тут вдруг недовольные нашлись. И, окей, меняем нашу точку зрения, переписываем. Это как? То есть, вы либо не профессионалы и допускаете ошибки. Либо вы готовы переписывать историю, то против чего вы выступаете. Очередной вопрос в пустоту. А в этот раз виновные все же будут наказаны? Ну, допустим, премии лишатся, учебники больше писать не будут и своеобразная вишенка на торте. Все это происходит в тот момент, когда даже в Совете Федерации заявляют, что в стране не хватает учебников. А мы сейчас тот единственный, который соответствует новым стандартам. Переписывать будем на коленке. Не, ну голосуем на пеньке, переписываем на коленке, все нормально. Есть сигналы, в целом ряде регионов не хватает учебников. Это такая системная проблема, потому что новые учебники не успели напечатать, не успели поставить, а цены взлетели космические на учебники, сказала спикер в ходе пленарного заседания Совведа. На этой же неделе Володин Кравцов в Госдуму вызывает, чтобы тот объяснил, что за кипиш-то такой. В Министерстве просвещения отметили, что в большинстве регионов потребность в учебниках соответствует фактически закупленному в этом году количеству учебных изданий. Хорошее слово в большинстве. Жалко только в российской газете его, похоже, не знают. В Дагестане новый учебный год для школьников не назовешь праздничным. Полностью бесплатными учебниками удалось обеспечить только 15 новых школ, тогда как их всего в регионе 1400. Еще середины августа родительские чаты и соцсети стали заполняться тревожными сообщениями. 20 комплектов учебников на 32 ученика. Каким образом разделить их на всех? На весь третий класс выдали по 8-10 учебников по предметам. Остальные ищите сами. У меня четверо детей и трое ходят в школу. У каждого ребенка нехватка, у кого трех, у других семи учебников. Число подобных комментариев перевалило за несколько сотен. А в большинстве регионов проблемы нет. Сейчас вот только еще разочек историю перепечатаем, и можно будет и о других учебниках задуматься. С другой стороны, если заменить все уроки на важные дела, тогда и книги будут не нужны. Друзья, если вы считаете, что это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Кроме того, не забывайте про мой телеграм, где, кстати, сейчас можно проголосовать в нашем максимально патриотичном опросе, и все новости образования там появляются гораздо быстрее. В моем телеграме, не в вопросе. И вообще там достаточно весело. Если вы готовы поддержать меня, то можете перейти по ссылке в описании на мою страничку Бусти Там все ролики выходят раньше. Они доступны без рекламы и есть эксклюзивный контент. Кстати, сейчас на экранах увидите имена самых топовых товарищей, которые поддерживают меня на этой платформе. Огромное им спасибо. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи.